Всем привет, с вами CG School, и я сегодня хочу представить вам новый адаптированный тренинг по Гудини. Выход его я планировал ближе к осени, но текущая ситуация значительно ускорила этот процесс. Суть изменения в основном заключается в количестве информации и методе ее подачи. Что касается самих уроков, то они будут записаны предварительно и доступны по мере прохождения тренинга. Поэтому доступ к следующему блоку студент получит, только пройдя предыдущий. Для этого параллельно будут проходить онлайн-вебинары, где студенты смогут получить фидбэк и ответить на все интересующие вопросы как по поводу самого тренинга, так и по выполнению домашнего задания. Данный тип тренинга позволяет выходить за рамки стандартного трехчасового урока один раз в неделю и по максимуму использовать свободное время для обучения, какого вот сейчас у нас появилось чуть побольше. В зависимости от уровня изначальных знаний и ресурсов, студент сам может контролировать скорость прохождения уроков и освоения материалов. Также значительно изменена программа тренинга. Вместо уроков теперь у нас блоки, внутрь которых мы сможем поместить столько уроков, сколько понадобится для изучения той или иной тематики. Получив возможность предоставить больше информации, мы включили в тренинг более глубокое изучение VEX в разных контекстах и уровнях, также создание собственных микросолверов и ассетов, позволяющие не просто на полную использовать инструментарий программы, но и по сути создавать свои собственные инструменты. Естественно, что есть у нас много разнообразных скидок для желающих сэкономить, но с более подробной информацией вы можете ознакомиться на странице данного тренинга по ссылке в описании.